Стоит загадок, очевидно, очень много. Живописных множество красочных картин. Всякого невидимого в нем добра лесного. Лес — наше богатство для жизни из причин. Разновидность леса в принципе немало. Хвойные, дубовые, кедровые леса, сосновые, березовые очень-очень мало. И смешанные также таежные места. Там во двору зелена брусника, земляника, лесная гостяника, черника да грибы, малина, голубика, а также ежевика. Полно лесного зверя с прохладой родники. Там во двору зелена брусника, земляника, лесная гостяника, черника да грибы, малина с голубикой, а также ежевика. Полно лесного зверя, прохлады родники есел. Полно нехожены таежны чащих леса, где зверь почти не пуганы, тайга им кров и дом. Гостей не ждут непрошены, дороются как беса, и тишиной окутанной им попросту покой пронзит прохладой свежею ручей звенящий бережно. И ура не ломается туманом окрылим, зимой морозной белою снега укроет временно. Она так постарается, тайге не навредив, пронзит прохладой свежею ручей звенящий бережно. И утро не ломается туманом окрылим, зимой морозной белою снега укроет временно. Она так постарается, тайге не навредит. Там во двору зеленом брусника, земляника, лесная гостяника, черника да грибы, малина с голубикой, а также ежевика. Полно лесного зверя с прохладой родники. Там во двору зеленом брусника, земляника, лесная гостяника, черника да грибы, малина с голубикой, а также ежевика. Полно лесного зверя, прохлады родники. Там во двору зеленом брусника, земляника, лесная гостяника, черника да грибы, малина, голубика, а также ежевика. Полно лесного зверя с прохладой родники.